быстрая и оригинальная закуска к романтическому ужину с вином или просто для вечера буднего дня, чтобы немного побаловать себя, покупайте нежный сыр буррата, будем удивлять. Рассказываю, как приготовить буррату с томатами. В летнее время обязательно добавьте в закуску свежий зеленый базилик, он необыкновенно украсит подачу и вкус закуски. Бальзамический крем-соус немного сластит, поэтому если вы предпочитаете кислинку, замените его на бальзамический уксус. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. Подготовьте все необходимые ингредиенты, помидоры помойте, обсушите. Острым ножом нарежьте помидоры тонкими кружочками и выложите на плоскую тарелку для подачи. Посыпьте базиликом и посолите по вкусу. Полейте помидоры бальзамиком, сверху положите буррату, аккуратно снимите с сыра нити, тоже полейте соусом. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Приятного аппетита! Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Ингредиенты. Буррата 150 грамм, помидоры 3-4 штук, небольшие, базилик сухой, по вкусу, бальзамический соус, по вкусу, соль, по вкусу, количество порций 2. Спасибо за просмотр, напишите, что вы думаете, или просто лайкните. Жду вас снова.